Всем привет, меня зовут Анна. Решила снять такую вот коротенькую болталочку, а то меня потеряли многие. Никуда я не пропала, не потерялась, просто тут то дела какие-то, то еще что-то. Успела я за это время тут и в Москве побывать, и в Питере, но мы по делам ездили. А так вот, вязание у меня тут было заброшено, конечно. Вот последние 2 дня я наконец-то взялась за вязание. Связала я уже рукава, у меня готовы полностью, вот манжетики. И вяжу я сейчас вниз тело. Вот такие вот у меня рукавчики. Вяжу сейчас вниз. Осталось мне буквально 7-8 сантиметров. И все, в принципе. Но я буду резинку по низу я не хочу. Я буду делать на завязочках, то есть либо я провяжу лицевой гладью, потому что попереду же у меня идет узор, и потом подогну, либо полурезинку провяжу. Сейчас у меня вот уже все заканчивается, 4-й моточек. Вот прежде чем 5-й моток начинать, я хочу сначала связать шнурочки, то есть один в горловинку у меня будет шнурочек вставляться и один вниз, то есть и все, и довяжу уже низ. Надеюсь, на днях все-таки завершу. Просто вот у меня вообще было заброшено вязание. Некогда было. Я еще тут с этими поездками, видать, в машине сквозняк простыла. Сын у нас тоже с учебы его отправили на больничный, в общем. Но он у нас еще, когда с прошлого четверга уже вот, на больничном, эту неделю дома. Ну, понедельник все, уже поедет на занятия. Ну, в принципе, еще вот кашляет. Но, надеюсь, за выходные сейчас пройдет. Я тоже как-то не могу. Температура вроде бы уже прошла, у меня несколько дней держалась. Но состояние такое, конечно, вообще ужас. Никак мне ни насморк не проходит, ничего. Так что вот. Но хотя бы уже как-то полегче, что вот можно хоть сидеть вязать. А то я тут вообще больничная не брала ничего. На работу схожу, с работы прихожу, буквально сразу просто вот рухну спать. И все. Так что вот, в общем, девочки, никуда я не пропала. Все в порядке, все нормально. Мы тут начали картошку копать. Половину выкопали, половину еще осталось. В принципе, вот из таких делов осталось только вот докопать картошку нам и убрать всякие там мусор, все с огорода, траву старую. И, в принципе, все. И будем вязать. В общем, свободное время будет посвящено вязанию. Теперь уже вроде никаких таких дел нету и не предвидится пока. Ну, конечно, дела-то всегда есть, но, в принципе, вязанию можно будет больше времени уделять. Так что вот. В общем, не все хорошо. Все нормально. На улице у нас резко похолодало как-то. Вот зато очень многие сейчас болеют. Видимо, такая жара-жара и резко холод. У нас уже и заморозки были. Утром встаем, все набело. То минус 3, то минус 2. Вот у нас 3 ночи подряд точно были заморозки, если даже не 4. Ну вот сегодня не знаю утром сколько было. А до этого-то смотрела, было плюс 7, плюс 8 2 дня. А до этого были морозы. Так что вот, в общем, у кого что на огородах там оставалось, все померзло. Вот, так ничего, сегодня погода, вот в принципе и солнышко, можно было бы картошку покопать. Мы сегодня с мужем оба выходные, но просто что вот здоровья нету, да, муж тут тоже к стоматологу ходил, у него тут воспалился там зуб, ну, десна. Так что вот, в общем, ничего такого особенного. Вот, ездили что по делам, да плюс тут поболели все. Ну, вот я еще не поправилась до конца. Ну, надеюсь, за выходные все-таки оклемаюсь. Ну и, в принципе, на этом все. Довязываю кофточку. Следующую вот хочу, наверное, Хейвард начать вязать. Ну, перевязывать, я говорила, да, уже там показывала пряжу, показывала и свитер, когда еще был. Вот. Не знаю, если сейчас ничто в голову не взбредет,
то по плану у меня вот перевязать тот джемпер, ну, он уже давно распущенный, просто перевязать, связать Хейвард, наверное, будет. Пока в планах Хейвард. Ну и, в принципе, на этом все. Никуда я не пропала. Все вяжется потихоньку, медленно. Да, у меня, конечно, вот эта вещь-то зависла. Бывало, конечно, у меня там то некогда, то лень нападет. Но на неделе две зависнет у меня какая-то вещь. А тут уже недели три я мучаю этот свитер. Ну, точнее, не мучаю, а он у меня... Мы вообще, кстати, когда ездили, я даже с собой брала вязание, но так его в машине и прокатала. В общем, не вязала. Периодически там за руль садилась, но мы втроем. Я, муж, старший сын по очереди, в общем, за рулем ездили. Но даже когда не за рулем, в принципе, вязать как-то не знаю. В машине я не сподобилась, в общем. Ну и на этом все. Всем спасибо. Пока-пока.